Сообщение в телефоне с кодами, а после оповещения о нулевом балансе на счете. После общения с неизвестными Анна Борисовна лишилась почти 200 тысяч рублей. Пенсионерка детально помнит разговор. Вначале ей позвонила якобы сотрудница банка. Из банка мне сказали, что якобы у меня была попытка списания денег с моей карты. Ну, я как бы в это особо-то не поверила, потому что как бы у меня есть мобильный банк, и я как бы контролирую постоянно свой мобильный банк. У меня даже записано все, какая сумма там, все. То есть у меня как бы под контролем это все. Я как бы не сразу в это поверила, поэтому я как бы особо на контакты не пошла. Следом с другого номера телефона позвонила неизвестная, представилась сотрудником полиции с легендой о том, что общение с банковскими работниками является обязательным. Предъявили претензию, то, что я не иду как бы, на сотрудничество с ними, не представляю никакой информации, и что, как бы, что я нарушаю закон. Вот, и вот после этого я уже как бы трубку сняла и пошла на контакт с ними. Психологического давления от неизвестных пенсионерка не выдержала. Назвала коды, пришедшие в СМС-сообщениях. И лишь когда со счета списались денежные средства, поняла. Ее фамилия пополнила список жертв дистанционного мошенничества. Сотрудники полиции никогда не будут звонить потерпевшему с просьбой об участии в каких-либо спецоперациях, просить выполнить указания лжесотрудников банка. Если вам звонят якобы с официальных номеров правоохранительных, финансовых или государственных структур, перезвоните сами по этим номерам, заново набрав их, чтобы убедиться, что они действительно имеют отношение к конкретной организации. Напоминаем, что не нужно делать никаких финансовых операций по инструкциям, которые сообщают по телефону. Не передавайте реквизиты банковских карт, пароли для подтверждения перевода денежных средств на неизвестные счета. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть, Саратов.